Приветствую вас, друзья, на канале Этидог. Сегодня я вам хочу рассказать, как очистить Viber на вашем телефоне. Если вас интересует такой вопрос, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и вперед, друзья. Значит, в один прекрасный момент я заметил, что мне не приходят уведомления о сообщении в Viber. Я начал разбираться. Для этого я зашел в настройки, основные, хранилище iPhone и увидел такую картину, что Viber меня занимает 1,8 гигабайт данных. Это очень много и ненужной, скажем так, информации. Я начал разбираться, как же ее очистить. Очистить очень просто. Значит, для этого заходим в сам Viber. Я это все продемонстрирую на телефоне марки iPhone. На Android, в принципе, аналогично. Значит, вы можете удалять конкретно чат, который вам не нужен, путем сдвига влево и нажать кнопочку «Удалить». Но я этим заниматься не буду, я зайду в настройки Viber, три крапочки еще, здесь ищу сами настройки и захожу в мультимедиа. Как видите, хранить медиафайлы у меня стоит бессрочно, то есть аудио, видео, сообщения, фото и другие принятые файлы будут сохраняться бессрочно. Таким образом, у меня засоряется память, засоряется кэш, и для того, чтобы его очистить, нужно зайти в хранение медиа файлов и здесь выбрать хранить какой период данные файлы. Я выберу, например, 1 месяц. Все аудио, видео, сообщения, фото и другие принятые файлы, хранящиеся дольше выбранного промежутка времени 1 месяц, будут удалены с устройства. Вы уверены? Да, уверен. Нажимаю да. Таким образом, друзья, вы удалите или очистите кэш вашего Viber'а. Вы удалите ненужные сообщения, мультимедийный контент и разный мусор, который вам не нужен. Друзья, надеюсь, это видео было для вас полезным. Обязательно поставьте лайки, подпишитесь на мой канал. Всем удачи и пока!